Всех приветствую, и это полное отчаяние. Это мой ролик, последний, наверное, по Наруто. Ну или, скорее всего, предпоследний, потому что еще есть бой с Кабуто. Но эта глава уже финальная в официальной кампании. И нам предлагают поиграть за Цунаде против Мадары. И мы вместе с 5 Каги сражаемся. Ну, с 4, если себя сразу считать. Итак... Настало это время. Начинаем. Долго мы к этому шли. Очень. Будущее на кону. Победа в бою. Требования для бонуса. Шкала здоровья не опускается ниже 60. Постараюсь. Вы, Каги, можете шуметь сколько хотите. Но вам меня не одолеть. Ваши никчемные жизни закончатся здесь и сейчас. Мадара, тебя ждет смерть от рук 5 Каги. Точно! Вперед за Цунаде! Надерем этому мерзавцу зад! О! Давай! О, вот это вот хороший комбо! Так, первую полоску сняли. Что сейчас будет? Совсем не дурно. А как вам это? Макутон! Рождение девственного леса! Крутая сила! Земля? Напоминает чем-то сказку Джека по Бобу и Стиви. А вот и продолжение. Все приготовиться. Посмотрим, чего стоит эта ваша воля, 5 Каги. Давай опущу. Это было больно. Ай! Эх, это все на что ты способен? Катон! Великое огненное уничтожение! Красота! Посмотрим, как вы справитесь с этим, Каги. Спейда, значит, не будет, да? Меня, конечно, больно бьет. Он в пробуждение вошел. Ну давай, Мадара. Игры кончились. Спасибо. А что с остальными? У нас все в порядке. Поиграли и хватит. Пришел ваш конец. Как нам лучше напасть на него? Атаки средней силы даже не заденут его. Я знаю, что нам делать. Я могу открыть его с помощью своей силы. Госпожа Цунаде, если вы это сделаете, у нас появится шанс, но... У нас нет времени на разговоры. Я все сделаю. Вы должны довериться Хокаге и прикрыть ее. Так, посмотрим, что она может. Окончательное решение. Пришло время объединить силу 5 Каги и продемонстрировать всю силу каждого Каги и показать свою Мадаре Учиха силу всех 5 Каги.
Незачем, больше незачем сдерживать силу. 5 каги используют запретное дзюцу, божественное восстановление, показывает падающих свою истинную силу. Как бы ни была крепка твоя стена, если бить по ней достаточно долго, рано или поздно она треснет. А если бить по трещине, то появится отверстие, и тут мы и нанесем удар. Но мы выберем, конечно же, легенду. Мадара Учиха, пришло твое время! Победа принадлежит Альянсу Ниндзя! Если я просчитаю его движение и правильно выстрою атаку, появится возможность. Ваша стратегия не имеет значения. Вам меня не сразить, вы умрете здесь и сейчас. Так намного интереснее. Будущее на кону, 2, путь легенды. Используйте, чтобы летать, быстрое жжение. Во время этого боя, если вы нажимаете другие каги, выполняйте такие поддержки. Удар в ближнем бою, удар небесного копья, бумажная бомба кунай. Ой, вот я прямо попал куда надо. Ну вот, я недооценил вашу силу. Но это не имеет значения, вы все равно не сможете ничего изменить. Чёрт! Я, конечно, вообще молодец. Сейчас, нападайте, сейчас! На тебе, Мадама! Посмотрим, как вы попляшете. Мизукаги! Казыкаги! Поставленное действие, очень много здоровья потерял. Это тяжело. Как-то бьет непонятно. Вот я отхожу сюда, он меня сразу же атакует. Блин, ниже опуститься нельзя. Я даже пролететь не успеваю. Все уже. На тебе, чертов Мадара! А, еще не конец? Уже трещину дал. Я удивлен, что вы до сих пор живы. Вот вам награда. Все, меня сейчас убьют. Да, у нас победитель. Перезапустить с контрольной точки. Перезапустить битву, ставить здоровье, позволить перезапустить бой, однако результаты боя будут уменьшены. Перезапустить битву попробуем, если она не сначала. Да, она не сначала. Чем я остановился? Если бьет правой рукой, надо как можно левее отходить. Если левой, как можно правее. Но это не ну, блин, он все равно попадает. Где дурак? Пробел еще можно нажимать. Помните, когда мы будем играть? Так. На тебе!
тебе, чертов подарок! Самонаводящийся огонь. А, погибаю, слышь! Вот этого я не предугадал. Где же были все эти чертова Сусана? Сейчас метеориты полетят. Да блин, ну как от всего этого уворачиваться? Кстати, не вообще из воздуха, а спавниться. Вообще, спалил. Я же сказал, не стоит меня недооценивать. Все, наконец-то. Черт. Футон! Техника умелого тумана! Райкаге! Что-то я нажал. Не прожался. Дзюцу! Супер! Тяжелые скалы! Что, кто-то треснул? О, зашкаливает эпик. Удар небесной ноги! Я могу и проиграть, если играю на деньги. Но когда ставка моя жизнь, это совсем другое дело. Вот почему я до сих пор жива. К сожалению, в аниме не все так радостно получилось. Тут они легко отделались. Так красиво какие-то эти синие частички падают. Выполнено? Ну, видимо, не засчитался. А, вкуса нет. Если бы не этот последний этап, у меня был бы С. Из-за того, что этот проклятый этап, последний очень тяжелый, из-за этого только Б.
Потому что уворачиваться от всех его атак это просто невозможно. Он плюется, кидается метеоритами, режет мечами, сверлит мечами. Просто жесть. Я немного удивлен, что вы столько продержались. Битва окончена. Победил Альянс Ниндзя. Нехорошо это. Уже поднялся на ноги. Нам лучше отступить. В конце концов, ты только что очнулся, я полагаю, ты утолил свой боевой голод. Ну что ж, это не похоже на смертельную битву, в которой я участвовал какое-то время назад, но это был достойный бой. Со временем мы его завершим, так что постарайтесь пока не умирать. Решил сбежать, да? Ну, я бы так не сказал. Продолжение следует. Вот верные слова. У вас есть время, используйте его, чтобы отточить свои навыки. Да что же... Сегодня вы узнали, чего от меня можно ждать. Вскоре вы встретитесь с силой Бога, и она вас раздавит. До встречи. Каге! Да, тут слишком все легко им далось. Ну, мы выстояли в этот раз. Верно, мы дали ему уйти. Мы смогли дать ему отпор невероятной силе. Мы смогли дать отпор невероятной силе Мадары. Вы понимаете, что это значит? Да. То, что мы способны его одолеть. Сила Пятикаге! С такой силой придется считаться! Все верно. А пока... Наруто, мы рассчитываем на тебя. Что такое? Я чувствую впереди великое зло. Мы совсем близко. Идите в страну последней битвы и закончите войну. А, блин, бой с Итачи-то и Нагата будет или нет? А, вот, видимо, сейчас и будет. Потом куда-то пропало, его и нету, и нету. О, торговцы. Отлично, сейчас закупим целую кучу всего. Много рецептов. Где тут пирожок, чтобы восстанавливать перед боями здоровье? Вот бента. Бента с гамбургером. Ну все, купили, отлично. Вот, теперь можно отправляться. Торговец такой невозмутимый, тут война идет. Вот сюда, если пойду. Я не могу отступить. Он прямо перед нами. Ты готов, дружище? Ты готов, дружище, да? Прямо как в старых квестах. Ты знаешь, старик осьминог, дадим жару. О, ну давайте, дайте жару.
Все сражаются изо всех сил. Мои хорошие друзья, люди, которых я не знаю, молодежь и старики. Все работают слаженно. Они здесь. Здесь все мои друзья. Одно об этой войне могу сказать точно. Мы победим! Не понял, а где бой-то? Я его скипнул, что ли, когда-то? Расслабься, Наруто, не кипятись. Вот ведь крепкая штуковина. Даже царапины не осталось. Моя маска все еще как новая. От человека, управляющего 9-хвостом, я ожидал большего. Югитоней, джинчурики 2-хвостого. Джинчурики 3-хвостого Ягура. Джинчурики 4-хвостого Роши. Джинчурики 5-хвостого Хан. Джинчурики 6-хвостого Утаката. Джинчурики 7-хвостого Фу. Фу. Эти люди. Это Югита. Значит, все они. Да. Все они бывшие джинчурики. Твои предшественники, Наруто. Но я кое-что изменил. Так они мне больше нравятся. Йоу, Би, взгляни на их глаза. Это же Шаринган, йо! У Нагата было то же самое. И у Мадары тоже. У его маски два отверстия. Эта маска особенная, она отличается от другой. Она очень прочная, отлично подходит для войны. Значит, левый глаз, который ты все время прятал, был Риниганом, как у Нагата и другого Мадары. Мы остановим тебя и другого Мадару. И другого? Что значит другого, братан? Это же единственный Мадара, так? Ясно. Значит, ты знаешь. Настоящий Мадара появился в другом месте. А значит, что ты фальшивка. Если хочешь, называй меня моим прежним именем Тоби. Война уже идет, мое имя больше не имеет значения. Кто ты такой? Я никто. И я не хочу никем быть. Все, что имеет значение, это завершение проекта «Глаз Луны». В этом безнадежном мире незачем больше жить. Вы, джинчурики, вы были вынуждены стать сосудами для хвостатых зверей. Вы знали только отчаяние. Разве я не прав? Я уверен, такие, как вы, знают, что такое страдание и боль. Жить с хвостатыми зверями внутри не так уж и плохо. Даже в мире, который ты называешь бесполезным, никто не купится на твой бред про то, что ты никто, после того, как ты начал свою дурацкую войну. Меняй маски, меняй имена, пытайся всех одурачить. Ты все равно останешься собой, урод. Вот теперь я в бешенстве. И я порадуюсь, когда сорву с тебя эту маску. Сорвешь эту маску? Тут тебе придется попотеть. Начали! Блин, где же я его скипнуть-то успел? Надо посмотреть, можно ли переиграть. Я его очень хочу переиграть. Последний бой. Все джинчурики против двух всего лишь. Шкала здоровья пускать ниже 60, но постараюсь. Сейчас ты у меня получишь. Если ты решил драться со мной, разберись сначала с ними. Теперь их шестеро, это довольно много. Все карты он нам спутал, позвав их на подмогу. В подобной ситуации ничего не разобрать. Надо разделить их и по отдельности на них нападать. Что лучше, напасть на всех сразу или разделить их? Само собой, вместе нападем. Сойдитесь с нападающими джинчурики, двое против шести. Дождитесь своего шанса в этой отчаянной битве, и пусть этот сильный дуэт покажет, на что способен. Разделитесь нападающие джинчурики на две группы и сражайтесь здесь один против трех. Дождитесь своего шанса в этой отчаянной битве, пусть Наруто покажет свою силу.
Би прав, но я думаю, лучше напасть на всех сразу. Нет, если мы с Би разделимся, мы не сможем здесь стоять вместе, слишком опасно. Это будет непростая битва, но мы справимся. Точно, верны твои слова, сражаясь бок о бок, сильнее мы будем, да! Ну, попробуем. Чёрт! Мне надо с другого переключиться. Закат очень сильно мешает. Просто прицеливанием это вообще жесть. Чисто воды. Я даже здесь не сохраню себе нужное количество здоровья. А, давайте перезапустим. Блин, ну очень неудобно, очень. Вот вроде водил сейчас. Да-да-да-да-да. Так, с этим покончено. Ой-ой-ой, чё здесь? Блин, этого тут мудака тут нужно уделать. Как меня цели! О, может сейчас на него переключиться? Пожалуй, да. Все, уделали главную проблему боя. Надо было себе здоровье брать. Просто отделали. Ай, ладно. Давайте все-таки обрежем, а то иначе выйдет очень большая серия. С вами был Дрованин Дрин. Встретимся с вами в следующей серии. Всем удачи, пока.